Меня зовут Иван, я из города Москвы. Работаю ведущим на банкетах страны. Мой стаж 10 лет непрерывной работы. Мой стиль интеллигентный, юмор и остроты. Хорошее портфолио и видеопрома. Я даже проводил корпоративы для Газпрома. Снимался в сериалах и телепередачах. Но вот сегодня днем я был немного озадачен. Пишет мне невеста, ей нужен ведущий. Лучший из лучших на праздник грядущий. Спросила у меня о том, есть ли награды. Быть может, я негласный покоритель эстрады. Вхожу в топ-10 лучших ведущих столицы. Именем моим пестрят в журналах страницы. Но я ей отвечаю, я обычный ведущий. Уверена, со временем в ногу идущий. Невесту мой ответ совсем не впечатляет. На что она внезапно резко сообщает: но если ты не в топе, значит ты где-то там в жопе. А я ищу ведущего, чтоб был он лучше лучшего. Но если ты не в топе, значит ты где-то там в жопе. А я ищу ведущего, чтоб был он лучше лучшего. Решено! К верхушке индустрии я должен быть допущен. На сайте просто указал, что я один из лучших. Выложил в портфолио все яркие моменты и дал понять, что стал теперь я сверхинтеллигентным. Разместил рекламу на всех ивент-порталах. Заказчиков заметно больше вроде бы не стало. Но стало среди писем больше всяческого спама. И дельных предложений мне пока не поступало. Пишет мне фотограф с запросом интересным, мол, предлагай мои услуги всем своим невестам. Пишу ему в ответ, я готов к таким проектам. Если ты из топа 10, то, конечно, welcome. На что он отвечает: какие нафиг топы, я признанный эксперт. Посмотри мои работы, я часто провожу по России мастер-классы. И все эти приставки в топе мне вообще не в кассу. И речь его местами казалась убедительной, но мой ответ готовый прозвучал незамедлительно. Если ты не в топе, значит ты где-то там. Работаю я с лучшими из лучших в своей сфере. А для таких, как ты, увы, закрыты мои двери. Если ты не в топе, значит ты где-то там. Не в топе, не в топе. Мораль этой истории для казанских ведущих, пишущие всем, что они из самых лучших. Скажу я честно вам, не важно, кто ты в топе, ведь важнее всего, какой ты есть в работе.